Весна – это пора витаминоза, и в принципе в межсезонье у всех ощущается явный упадок сил, однако дома у себя мы можем приготовить замечательное легкое простое блюдо, которое обеспечит там подъем сил. И вот у нас здесь есть разные ингредиенты, всякие штучки, и у шеф-повара Сергея Зевакина узнаем, что же мы здесь сегодня наставили, и ты, я смотрю, тоже такой сегодня в легком, неофициальном. Да. Сегодня будем готовить коктейли, такие как смузи, то есть они будут достаточно у нас витамины, будем дополнять вот этот вот весенний пробел наш в организме. Будет один смузи овощной, который будет состоять у нас из фреша морковно-сельдереевого с добавлением сливок. Туда мы вовнутрь корень имбиря покрошим, огурчик и зелень. То есть, ну и еще там будет лед у нас присутствовать, чтобы он такой освежающий был. Второй смузи мы будем делать ягодный. Возьмем ягодку облепиху, пюре из маракуйи, естественно, лед будем использовать, мороженое и сок апельсиновый. То есть вот такой вот у нас набор продуктов сегодня будет. Начнем с овощного смузи. Вам доверю зелень. Ура! Мелко порубить. А я пока сделаю фреш из сельдерея и морквы. Мы сейчас наши нарезанные овощи, зелень соберем вместе. Да. Собственно, потом вот это все мы дело перемешали. Я думаю, прямо здесь это дело посолить. Да, и маленько добавим сейчас перчик. Вот, все, ну, закладываем. Мы практически готовы. Теперь мы будем готовить это все к подаче дела. Задача твоя, перелить это в бутылочку аккуратненько. Баночка. Немного опустел наш стол. Что будем делать на этот раз? На этот раз мы будем использовать нашу природную ягоду, местную облепиху. Самую любимую. Да, самую любимую. Загружаем ее. Угу. Следом. Угу. Сок, собственно, апельсиновый. А можно каким-то другим заменить? Да, можно экспериментировать. Угу. Как угодно будет. Маракуйя, пюре. Неожиданно появляется за облепиха и маракуйя. Да, облепиха и маракуйя. Я же говорю, можно экспериментировать. Теперь очень важный ингредиент. Мороженка, мороженка, пломбирчик. И дабы все это дело у нас было очень холодненькое, мы туда загружаем льда. Да, уже можно освежиться, погода все теплее, теплее. Такая вкуснятина, я прям чувствую прилив сил настоящего, вот этот корень имбиря мне попался только что. Ну, насколько я знаю, в принципе, можно же из чего угодно смешать это все. Да, конечно, тут можно, то есть, все подряд смешивать, даже некоторые фрукты с овощами где-то можно перемешать. Дома экспериментируйте, собирайте все, что есть с холодильника, грубо говоря, делайте такие полезные напитки, вот. Ну и приятного аппетита.